Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной колеблющейся блесне от компании BAT. Моделька у нас идет под маркировочкой 5003-150. Данная блесна имеет длину 53 мм, вес ее составляет 15 грамм, а расцветка в данном случае 91. Поставляется блесна на такой вот картонной упаковочке. Блесна оснащена крючком, тройным крючком от компании Мустад. Об этом указано на упаковочке. Сама блесенка у нас выглядит таким вот образом. Блесна короткотелая, но в то же время довольно-таки широкая. Блесенка имеет S-образный изгиб. Также имеется продольная легкая вогнутость вдоль блесны, скажем так, вдоль тела блесны. Хвостовая часть у нас более вогнутая, как можно видеть. На внутренней части блесенки имеется гравировка, название как бы логотип бренда BAT, а также указан вес 15 грамм, что довольно-таки полезно. Лицевая часть у нас также имеет выштамповочку в виде чешуи имитации. Окрашена в данном случае в такой вот провоцирующий цвет с глянцевым таким покрытием, глянцевая краска. Блесенка у нас оснащена двумя довольно-таки большими крепкими заводными кольцами. Витки здесь плотные, все довольно-таки отлично. На заднем заводном колечке имеется такая вот пластиковая имитация плавничка, имеющая розовый оттенок. Ну и мустадовский крючок, довольно-таки мощный, из толстой проволоки, по заточке довольно-таки отличный. Блесенка довольно интересная. В данном таком компактном, условно назовем его, размере вес составляет 15 грамм, что довольно-таки неплохо. Блесна летит отлично. После приводнения данная блесна очень эффектные колебания, скажем так, при падении, осыпании имеет. На проводке блесенка ведет себя довольно-таки активно, имеет довольно-таки амплитудные движения. Данная блесенка у нас подойдет в первую очередь для ловли щуки. В прилове может попадаться белый хищник, а также окунь. Данная блесна, несмотря на свою стоимость, изготовлена очень отлично, нареканий абсолютно никаких в общем и целом не вызывает. Блесенку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод Рыбалка34, который дает скидку на многие бренды, присутствующие в данном интернет-магазине. Скидки до 20% на некоторые бренды доходят. Кому данный видеообзор был полезен, либо понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.